Многодетным семьям Ноябрьска будут выдавать земельные участки для строительства дач в районе 6-й горки. Управление архитектуры города провело публичные слушания и одобрило вид использования земли в микрорайонах П-14, П-15 и П-18. Здесь выделят земли под садоводство для многодетных семей, всего 204 участка. Коммуникации на этих территориях пока нет, и закон не предусматривает их обязательного наличия. Однако, как обещают в городской администрации, электричеством и дорогами участки будут обеспечены. Мы в плане прописали, что до МЗ необходимо провести работу по обустройству дороги 5-й категории, на июль месяц назначили. И Энергогаз Ноябрьск планирует внести изменения в инвестиционную программу для обеспечения линии электропередания.